Шановні друзі, ми повертаємося у студію про футбол. Ну і давайте слухати Беніаміна Вербіча. Дуже вогняний коментар його після програшного поєдинку проти Десни. В принципі, ми все обговорили, але давайте послухаємо, що думає один з лідерів київського «Динамо» з цього приводу. І після цього ще повернемося до цього матчу. Так проіграти на останні хвилини з углової, це просто не знаю, що сказати. Нету слов. Я очень злой. Следующая игра «Шахтер». Мы все знаем, на каком уровне играет «Шахтер». И знаем, что будет тяжелая игра, но нам надо очки. И будем стараться, чтобы на следующей игре показали лучшую игру, чем сегодня. Что случилось на поле? Я думаю, что вы согласитесь, Десна была точно не хуже. Не, я согласен с вами. Нам надо, не знаю, посмотреть, поговорить, успокоиться, найти ошибки, потому что так играть нельзя. А сегодня Десна была лучше, и я думаю, они заслужили 3 очка. Почему у «Динамо» не получилось? У вас до того была серия 4 матча победы, да, с «Колосом» было непросто, чуть хуже, и сейчас тоже не идеально, все далеко. Да, ну, мы... Хорошо, забили первый мяч, а потом сели чуть назад и с первого момента Десна уже забила, а потом два гола с угловой. Такие ошибки в профессиональном футболе просто нельзя делать. И будем стараться, что да, если хотим пойти в плей-офф Лиги чемпионов, и если хотим играть в европейский футбол в следующем сезоне, так нельзя просто делать. Тренер что-то сказал вообще? Он очень настроен, по нем видно. Не, ничего.